получены. Да? Надеялись все-таки получить сегодня. Вообще шли мы даже шутили, что можно ставки поставить, потому что 50-50. С одной стороны, полное нежелание регистрировать наш список, потому что мы, скажем так, реальная оппозиция. Вот. А второй, я думаю, после тех битв, которые произошли на поле одномандатных выдвижений, я думаю, что они побоялись уже рубить список, чтобы совсем уже не свалились, я не знаю, куда анархия. Ну, не знаю, зачем надо было затягиваться вот именно этот процесс с выдачами регистрации партии на выборах. Документы подали самые первые. Свои такие документы выдали самые последние. Для чего? Ну, наверное, искали имущество. Думали, что мне Госдеп доплачивают, как некоторые считают.